На этот раз в продолжении темы фанка, темы ритмики, не только тема самой пульсации. Просто работу с пульсацией и с какими-то размерностями и формами мы еще поднимем не раз. А на этот раз все-таки немного технического аспекта и сыграем коротенький риф, который совсем вот недавно перед занятием прям придумал для того, чтобы в него вложить какие-то основы, которыми мы еще ни разу не знакомились. Возьмем ля, посмотрим, что у нас тут. Вот у нас первый аккорд, это, соответственно, ля минор, септаккорд маломинорный. Фактически это вот такая аппликатура, но я играю здесь в басу постоянно, как педаль звучит нота ля. Ну и, соответственно, сам аккорд я беру вот здесь, вот получается, от его септима. Тут получается указательный палец, и играем мы ноту соль и ноту до. Это кварта, вот, которую прижимаем указательным пальцем, и это микробары. Получаем. Здесь у нас большой палец, и большой, и первый, и второй получается, да, вот такой щепотка. Бас открытая, пятая. Ну, желательно, я уже об этом говорил, играть все максимально стаккато. Короче, вот так вот сделать надо. Отрываем указательный палец. Не просто отрываем вот таким образом, а слегка расслабляем. Отпустили большой и указательный слегка друг от друга. Вот так вот они были прижаты. Мы взяли вот так слегка расслабили их. Ну, можно вот положить руку на струны, как я это делаю. Чтобы они не гудели, если вдруг что-то где-то зацепили вы. Дальше. Делаю холостой удар большим пальцем. Ну, и после этого холостого удара делаю вот такой вот хаммер от указательного пальца на мизинец. Можно безымянный. Как вам удобнее. В зависимости, опять же, от того, какими аппликатурностями, так скажем, вы владеете. Если так можно сказать, аппликатурностями. Так, так вот, у нас это хаммер, и тут мы тоже играем кварту. Можно фактически было бы сделать это слайдом, но мы делаем вот так. Зациклить, допустим, этот риф, это остината, да, как его можно назвать, назвать пока по-любому, не суть. Играем щипок, вот этот вот удар холостой обязательно очень важен, это добавляет каких-то нюансов, каких-то мелочей, и сама пульсация становится вкуснее. Двигаемся дальше, и следующий аккорд в нашей прогрессии – это аккорд четвертой ступени, дарийский аккорд. Играем мы его по трем нотам. Тут у нас получается ноты ре, фа диез и до. Играем также все тремя пальцами вот этими. И если соединить вот с прошлым рифом, с прошлым куском рифа, 3-4. Получается, ну, пальцы тут всегда находятся на трех струнах, на пятой, четвертой и третьей струне. Ну вот, все, если все легатно, то местах я делаю звуки более короткими и где-то
большой палец хлопает. Ну, это уже, соответственно, мы обсуждали. Дальше мы играем аккорд пятой ступени. Это аккорд у нас, получается, аккорд с расщепленной терцией, так называемый, потому что вот у нас вот тут в голосах получается, в голосе у нас нота соль в самом верху. А вот здесь вот в регистром октавой пониже у нас нота соль диез получается. Поэтому мы вот играем, в принципе, то же самое, что было на четвертой ступени, ту же самую форму. Просто ее сдвигаем выше на тон, а мизинцем добавляем ноту соль. Вот такой у нас получается прекрасный аккорд. Далее мы играем вот такую вот педаль. У нас получается в басу нота ля. А вот здесь вот мы играем безымянным, ну, можно безымянным пережать, можно безымянным и мизинцем. Вот как раз-таки ту самую блюзовую ноту. Это у нас получается нота ре диез. И мизинцем тут прижимаем большую терцию вверх. То есть, ну, вот фактически такие, да, как кварта, аппликатура, только это третья и вторая струна. Соответственно, тут у нас большая терция. Получаем ля. То есть, вот у нас дориски, тут опять же лад. А в сумме можно так, как вам больше нравится, можно так, то есть сыграть двумя. Вроде бы в начале занятия я играл так, на самом деле я уже не помню, когда как получается. Играем. Но опять же, на самом деле, почему когда как? Потому что вот игровая ситуация, этот момент, да, этот термин, в принципе, это достаточно такое актуальное понятие. То есть, когда ты играешь на эмоциях, на ощущениях, ты уже не думаешь ни о каких-то теоретических аспектах игры, и на тебя работает техника. Что под руку первое подворачивается, соответственно, это все играется. Вот в этом плане не нужно быть внимательным, нужно быть уже техничным заранее. И даже вот в таких вот рифах уже аспекты техники, они все равно выражаются. Как у тебя станет там рука, она сама решит. Ты, главное, передавай ощущения и эмоции. Так вот, продолжаем. У нас есть три аккорда, да, еще раз упомяну, получается, вот аккорд первой ступени, аккорд четвертой ступени и аккорд пятой ступени, доминант септаккорд, еще раз напомню, это аккорд с расщепленной терцией. Вот, и, соответственно, вот это вот, вот этот ход, да, который мы в положении играем. Ну, а аккорд пятой ступени мы щипком играем на 4 пальца. Получаем. Ну вот, допустим, да, такая часть, это уже каркас, который неплохо звучит. Вот. Ну и в концовке я играл последовательность по пентатонике. То есть вот у нас ля минор, вот у нас тоже ля, вот у нас пентатоника от ля. Здесь я играл секвенцию. Получаем от третьей струны мизинец, вот у меня на ноте до. Пол. Если играть пальцами, то это я играю средним пальцем. Получается средний палец, я делаю пол и указательным. Следующий. В следующем боксе получается. И тут уже делаем пол от ноты ре на тон вниз. До ноты до получается. То есть ре, до, ля. Делаем слайд. Слайд до ноты ми. Средним пальцем прижимаем терцию, малую соль. Слегка интонируем ноту до. И делаем флажолет на ноте ре. Вот так вот. Получается
медленно. Если вкратце, то вот как-то так. В дальнейшем буду пытаться делать что-то подобное, то есть это на самом деле много времени не занимает, сочинить какой-либо риф и подробнее его разобрать. А на самом деле то, что, ну, опять же, лично от себя, то, что сочиняется мною самим, гораздо удобнее объяснять, рассказывать и показывать. Да по одной простой причине, что сделал это я сам и точно знаю, что я делал, что вкладывал, какие эмоции и мысли в это. Ну и в любом случае, если есть какие-то вопросы, что-то не понравилось или наоборот понравилось, пишите в комментариях, добавляйтесь ко мне в контакт, приходите на занятия, будем обсуждать, решать, делать меня и вас лучше. Всего доброго, до связи.